Приехал Барабаш Игорь, вот. Ты маленькое интервью дай мне. Вадим, я же у тебя за полбарана не взял деньги, да? Угу, ладно. Значит, вопрос такой. С землей мне куда-то надо обращаться насчет железной дороги-то, что нет, у вас? Нет, нет. Там мы уже сами делаем, они делают. Старчиков этим занимается, он юрист. Ну, все поняли, что это обман вас делает. Да. Что тут объяснять, когда надо... Это сдвинулось, это по всей стране, говорят так. Где, ну, не, негде больше заработать, только так. Ну. Провели. Так, и второй вопрос. Надо ли мне хлопотать, ходатайствовать, чтобы дорогу провели и по Теряевке сделали асфальт? Мне говорят сейчас, говорят, а почему вы не хлопочете? Это дороги несчастник строит, государство. Надо, конечно, надо. В Корчино же есть асфальт? Да, фермер-то асфальт, ну, такой слабенький. Ну, вот обдумайте как, напишите, да, там где-то. А я уже тут буду проходить и... Угу. Значит, фермер кое-как там делает, заваливает мусором каким-то, развалинами. Кто? Дом развалин, ну, долгов. А-а-а. Где там самое топи болото. Там надо много насыпать. Ну, да, если поговорить, государство-то это не один, а Евгений. Хотя бы дать знать. Так, вы напишите что-то, куда обратиться. Новый губернатор тут, и я к нему постараюсь на прием попасть. А что мы можем написать? Ну, вы же знаете, что дорога нужна. Напишите на себя, на бланке. Мы такие, это образовано тогда-то все. А прошение, да? Прошение. Краевую администрацию. Она этим занимается. А дальше она там в дорожный отдел, где обратятся. И нас упрекают, почему вы ничего не делаете, не обращаетесь. Это государственное дело. Хорошо. Договорились, да? Да. Я буду ждать документ с печатью на бланке. Да. Привет, Алексей. Вот так. В Барнауле, ага. Это Барабаш Игорь Александрович, староста деревни Потеряевка. Сегодня у нас 27 ноября. Все. Пошел я. Это у нас вот тут. Все выгорает, а я сделал стеклом, застеклил. Теперь не трогается. А вот сегодня пошел наломал полынь и вот везде воткнул. Видите как? И здесь. Я наружным наблюдением смотрю, ветер колышет. Значит, на улице ветер. Мне не надо даже заходить в интернет. Все, пока. И вот каждый год я тут втыкаюсь такие полынки вдоль забора. А оттуда из комнаты там мне все видно. Голь говорит, на выдумку хитра. Пословица есть такая. Там с землей-то то путали, там Потеряевки нет. А сейчас все, говорит, там выправляются. И только сказали, никуда не обращались, чтобы мы. Вот я поэтому их... У меня документ, что я избран Потеряевки. Полномочия представителей ее обращаться. За помощью, за ходатайством, какое есть. Наших сел Корчинскому сельсовету относятся в Корчино. А там многие уезжают, работы-то нету, все. Вот так села исчезают. Жалко-то как будет, если Корчино там начнет уменьшаться. Там я учился, 5 класс до 10. Интересно, 7 классов там было. Я окончил 7, перешел 8-й. Корчино сделали 8-й. Я перешел в 9-й, они сделали 9-й. И так до 10-го. Вспоминается учителя, Екатерина Никаноровна была. Я еще вспоминаю. Там был у нас парень такой. Как же его фамилия-то? Вот. Он смелый такой был. Шурка звать, Екатерина Никаноровна, я не выучил урок. Почему? Я ходил, утки прилетели, я на охоту был. На охоте ездил, садись, единица. Для меня это ужас был, единица. Я никогда этой оценки-то не получал, но боялся ее. Что же такое, это единица у него. А он тут же, день прошел, она его опять спрашивает, строгая была, но справедливая учительница. Екатерина Никаноровна. Вот, Никулибаева, как-то фамилия такое же, на, вот так, как короткая фамилия такая была. Он отвечает на пятерки. На пятерки отвечает, и все у него как надо. Это меня вдохновляло на мужество. В нашем классе такой был. Она строгая была, и теперь
вот как-то все это узнается. Оказывается, мать у нее была баптистская, у них было даже Евангелие. Это я ничего не знал, не слышал. Сейчас только узнал.